Второй конкурс у нас называется «Зимнее дыхание». Зимнее дыхание, сильное дыхание. Ну, что надо делать? Вот у меня есть здесь волшебные шары. Да-да. Раздаю по одной штуке. Ну, надо. Кто первый? По моей команде надует и лопнет шарик своим волшебным дыханием. Это очень сложно. Победит. Не надо, чтобы лопнул, да, Дим? Дима, я не люблю, когда лопают шарики. Я терпеть это не люблю. Тогда можно. Не надо, да, не участвуй тогда. Я хорошо. Тогда не надо. Раз боишься. Готовы? Команды готовы? Сейчас, секунду. Так, лопнул, чтобы, дайте, чтобы лопнул. Да, чтобы прям лопнул, кто быстрее. Дыхание сильное есть у нас здесь. На счет три. Раз, два, три. Погнали. Сильное дыхание. Сделайте мне сильное дыхание. Ну. Давай, еще. Близко. Ну, кто там? Давай. Саша, давай, близко. Давай. Ну, кто сильный? Саша! Андрей! Давай! Блин, вот вообще он как грелка будет, прям вообще не тут. Как грелка. Давай! Ну, у Андрея уже вообще волшебный шар. Чистая победа! Александр, Андрей, молодцы! Ребенку дайте подарок! Блин, вы чё? Ребенка дайте! Ой, улетел! Ух ты, полетел! Так!